Всем привет, у микрофона Астрал. Наверняка все вы видели новый пад в космосе от Киви. Так вот, его парт сподвиг меня на это видео. Я думаю, уже все поняли, о чем пойдет речь. Да-да, я скажу, что думаю о космосе. Говно или имба? Лучший коллаб Черри или худший коллаб в мире? Всем приятного просмотра. Ну а перед началом данного видеоролика хочу рассказать вам о своем телеграм-канале, в котором будут выходить новости о новых видосах, эксклюзивные прогрессы в моих коллабах и, может быть, даже что-то поинтереснее. Кому интересно, подписываемся, ссылка в описании. Ну а теперь уж точно начинаем. Сходу скажу, что космос мне понравился, даже еще когда там был парт Конти, ну а с партом Киви вышло еще лучше. Скажу спасибо СПК, что выбрал такой шикарный сонг, и Альби за то, что сделал такой шикарный ремикс для Ньюграундса. Реально, пацанам респект. Насчет геймплея я не буду ничего говорить. Дефолт топ-1 геймплей. Правда, вот структуры очень ужасные, и это вы можете услышать не только от меня. А вот теперь перейдем к декору. Возможно, вы видели, что я озвучил парт Киви в левлоге космоса, и практически со всем, что там сказал Киви, я согласен. Но все-таки что-то скажу от себя. Первые два парта очень хорошие, но синт лучше сделал. Без обид, Винти. Классные гличи и прекрасная атмосфера, все прекрасно подходит к двум партам перед дропом. Так что началом я доволен. Потом мы видим шикарный транзишн от Саузета, вот реально шикарный. Ну а дальше следует его же парт, и я бы сказал, что он какой-то безидейный что ли. Он неплохой и очень даже хороший, БД хороший, цвета кайфовые, но все-таки какой-то безидейный. В принципе, об этом парте все сказал Киви, так что перейду к следующему парту. А там тоже Сузет, но уже не один, а с гением креаторства, бли. Этот парт, я бы сказал, легендарный, из-за Робозайца. Робозайц очень классная идея, мне лично зашло. Но в целом парт засранный какой-то, если честно. Дальше еще один классный транзишн и парт Ксадза. Очень классный БГ, вот правда. А БД очень странный, как и структура в принципе. Но за счет БГ парт вывозит, плюс в динамике не особо заметен странный БД. Так что парт нормальный, а Ксадз молодец. Дальше идет парт от лучшего РК-креатора, Киви. И вот, не надо ничего писать в комментарии, но лично я считаю, что его парт лучший в уровне. Как минимум на дропе точно. Еще раз повторяю, это просто мое личное мнение, не надо писать, что лучший парт в космосе какой-то другой. После дропа идут два парта на Кубе, и мне они лично ничем не запомнились. Парт Дедлокса мне не очень понравился, а парт Квайра просто хорош, но ничем особо не выделяется. Энскрин очень крут и гениален, содержание текста тоже здорово придумано. Хантайн красавчик. Транзишны во всем уровне тоже шикарные, Чапул постарался на славу. Что ж, в общем, про уровень могу сказать, что он, ну, очень хороший на данный момент из всех вышедших проектов Черри, космос лучший. На этом я, пожалуй, буду заканчивать. Еще раз напомню подписаться на мой ТГ-канал, ссылочка в описании. А у меня все, до новых встреч.